Вы кто? Рик Хендерсон, Первая газета. Он ждет вас. Проходите. Рик Хендерсон, я давно ждал этой встречи. Я тоже, мистер Александр. Обойдемся без церемоний. Для вас я Джек. Рик. Располагайтесь поудобнее, Рик. Я буду через минуту. Обожаю ваши статьи. Настоящая журналистика. Польщен? Думаю, стоит начать с вашего мнения о нападении на Белый дом, обсудить ваше пребывание на посту директора ФБР, планы на пенсию... Рик! И если вы желаете поговорить о политике... Рик! Вы уж простите, но интервью обо мне — прикрытие для более горячей истории. Извините, что выманил вас сюда под ложным предлогом, но я опасаюсь утечек. Я что-то не понимаю. Не волнуйтесь, это история века. Получая по баксу каждый раз, когда слышу... Выслушайте, прошу. Это началось пару лет назад. Мое внимание привлекло происшествие на одном из виноградников в Чили. Этой семейной фирмой управляли Фернандо Дельгадо и его сын Мануэль. Уважаемые работящие люди, откройте папку. Здравствуйте, 47-й. Ваша следующая цель находится в Чили. Его имя Фернандо Дельгадо. При Пиночете он занимался разведкой и теперь же производит кокаин под прикрытием виноградника. По нашим сведениям, лаборатория расположена под землей. Мануэль, сын Фернандо, тоже торгует кокаином, поэтому, чтобы все выглядело как месть конкурентов, вам придется убрать его. Вы попадете на ферму вместе с клубом пенсионеров из Сантьяго. Они поедут на презентацию новой марки вина Дельгадо, названную в честь Рекса Стентона, звезды второсортных боевиков 80-х. На церемонии будет команда телевизионщиков, так что следите за ними и их камерами. У Дельгадо есть гидросамолет. Это лучший способ скрыться от проблем. Thank you.
Cine norteamericano Rex Stanton se presentará en la finca Viñedo de Delgado e Hijo en Santa Rosa. Se esperan miles de aficionados para disfrutar del vino y de la comida gratis, más la posibilidad de encontrarse con el héroe musculoso de Motor City Massacre. Con el héroe musculoso.
Ваша история века про пару дохлых виноделов из Чили. Меня заинтересовали не жертвы, а их убийца. Я пришел к выводу, что это 47-й. Лысый клон-киллер? Да бросьте, Джек. Он просто байка. Даже ЦРУ и ваше ФБР говорят, что его нет. Мы много чего говорим, Рик. Такая у нас работа. Дельгадо вел процветающий бизнес. Чтобы добиться успеха в тех краях, надо, скажем так, волноваться о безопасности. Мало кто мог провернуть такое в одиночку. Так значит, вы погнались за мифом? Погнался? Нет, нет. Мне просто стало любопытно. Делом заинтересовался мой знакомый из ЦРУ. Случай в опере усилил наше любопытство. Почитайте. Здравствуйте, 47-й. У нас есть повод посетить Парижскую оперу. Цели две. Знаменитый тенор и Ричард Делахант, посол США при Ватикане. Они стоят за группировкой, занимающейся торговлей детьми из Восточной Европы. Репетиции Тоски еще продолжаются, здание оперы бурлит жизнью, так что вы едва ли привлечете внимание. Посол Делахант наблюдает за репетициями из своей ложи. Он путешествует с вооруженным эскортом, однако других охранников там быть не должно. Хорошим прикрытием будет ремонтная бригада, обновляющая театр к новому сезону. Мы также оставили для вас пакет в гардеробе. В третьем акте Тоски тенор стоит перед расстрельным отрядом. Эта сцена может предоставить удачный момент. Это простая миссия 47-й, однако у агентства с недавних пор возникли проблемы в Париже. Будьте очень осторожны.